В соответствии с планом подготовки на 2022 год в инженерных войсках регулярно проводится теоретическое и практическое занятие в целях дальнейшего повышения профессионального уровня личного состава. На занятиях, проводимых с участием специалистов вооруженных сил Турции, военнослужащие в специальном отведенном инженерном городке совершенствуют свои навыки по обнаружению и обезвреживанию мин и неразорвавшихся боеприпасов при помощи миноискателей. Основной целью учения является повышение боевой готовности личного состава путем обучения военнослужащих тактико-техническим характеристикам инженерно-укрепительных сооружений и правилам их применения.